Внимание, время перерыва завершено. Спортсмены переходят к выступлению во втором упражнении тяжелоатлетического двоеборья «Толчок». Установлен две штанги 40 кг. Номер 1. Самарин Василий, Нижегородская область. Первый подход. Готовится номер 2. Заставнецкий. Вышла. Подъем засчитан. Две штанги 40 кг. Номер 2. Заставнецкий Валентин, Ульяновская область. Первый подход. Подъем засчитан. Установлены две штанги 43 кг. Номер 2. Составнецкий Валентин, Ульяновская область. Второй подход. Подъем засчитан. Номер 9. Бисеров Александр, Свердловская область. Первый подход. Готовится номер 1. Самарин. Подъем засчитан. Две штанги 45 кг. Номер 1. Самарин Василий, Нижегородская область. Второй подход. Готовится номер 2. Заставнецкий. Подъем засчитан. Номер 2. Заставнецкий Валентин, Ульяновская область. Третий подход. Подъем засчитан. Две штанги 47 кг. Номер 2 Заставнецкий. Результат толчки 46 кг. В сумме двоеборья набрал 81 кг. Весовая категория до 56 кг. Номер 1. Самарин Василий, Нижегородская область. Третий подход. Готовится номер 6. Корольков. Подъем неудачный. Номер 6. Корольков Михаил.
Нижегородская область. Первый подход. Номер один Самарин. Результат толчки 45 килограмм. В сумме двоеборье набрал 80 килограмм. Весовой категории до 56 килограмм. Готовится номер 9. Бисеров. Подъем неудачный. Вес штанги 50 килограмм. Номер 9. Бисеров Александр. Свердловская область. Второй подход. Готовится номер 6. Корольков. Подъем защита. Номер 6. Корольков Михаил, Нижегородская область. Второй подход. Готовится бисер. Подъем неудачный. Номер 6. Корольков Михаил, Нижегородская область. Третий подход. 2 минуты на подготовку. Готовится номер 9, Бисеров. Подъем защита. Установить вес штанги 57 килограмм. Номер 6. Корольков. Результат в толчке 50 килограмм. В сумме двоеборья набрал 100 килограмм. В категории до 77 килограмм. Он какой-то сильный. Номер 9. Бисеров Александр, Свердловская область. Третий подход. Готовится номер 4. Давыдов. Подъем неудачный, 2-1. Установить вес штанги 60 килограмм. Номер 9 Бисеров, результат толчки 50 килограмм. Шоу двоеборье набрал 93 килограмма.
весовой категории до 85 килограмм. Номер 4, Давыдов Евгений, Владимирская область, первый подход. Готовится номер 5, Бондарев. Подъем засчитан. Номер 5. Гундарев Валентин. Санкт-Петербург. Первый подход. Готовится номер 8. Дмитриев. Подъем засчитан. Автоматическая надбавка 1 килограмм установить. 61 килограмм из штанги. Поступила перезаявка. Установить две штанги 65 килограмм. Готовится Дмитриев. Номер 8. Дмитриев Сергей, Владимирская область. Первый подход. Готовится номер 14. Моисеев. Подъем засчитан. Номер 14. Моисеев Виктор, Хабаровский край. Первый подход. Секунд прошло. Моисей Виктор в рывке закончил с нулевой оценкой. В толчке, соответственно, он у нас не выступает. Вызывается номер 4. Давыдов Евгений, Владимирская область. Второй подход. Готовится номер 5. Гундарев. Подъем засчитан. Две штанги 65 килограмм. Номер 5. Гундарев Валентин. Город Санкт-Петербург. Второй подход. Готовится номер 3. Куликов.
Федерации. Подъем, защита. Установить две штанги 70 килограмм. Номер 3. Куликов Егор, мастер спорта Омская область. Первый подход. Куликов Егор, многократный чемпион Европы и мира. Чемпион всемирных игр среди ветеранов. Хорошо, хорошо, не торопись. Подъем, защита. Номер 7. Долженков Владимир, Белгородская область. Первый подход. Подъем, защита. Две штанги 70 килограмм. Номер 12. Трунилов Юрий, Самарская область. Первый подход. Готовится номер 8. Дмитриев. Подъем, защита. Номер 8. Дмитриев Сергей, Владимирская область. Второй подход. Кому как? Готовится номер 4 на выдох. Подъем, защита. Номер 4. Давыдов Евгений, Владимирская область. Третий подход. Готовится номер 5. Гундарев. Подъем неудачный. Номер 5. Гондарев Валентин, город Санкт-Петербург. Третий подход. К весу 71 килограмм готовится Дмитриев. Подъем, защита. Установить две штанги 71 килограмм.
Номер 5 Бондарев, результат толчки 70 кг, в сумме двоебурья набрал 125 кг. Весовой категории до 77 кг. Номер 8 Дмитриев Сергей, Владимирская область, третий подход. Подъем неудачный. Две штанги 73 килограмма. Номер 7 Долженков Владимир, Белгородская область, второй подход. Готовится номер 3 Куликов. Подъем неудачный. Установить две штанги 75 килограмм. Номер 7 Долженков от третьего подхода отказался, завершив выступление в толчке с результатом 70 килограмм. Номер 3. Куликов Егор, мастер спорта Омская область, второй подход. Готовится номер 12. Трунилов. Подъем, защита. Установить две штанги 77 килограмм. Заявка Куликова в третьем подходу 77 килограмм. Номер 3. Куликов Егор, мастер спорта Омская область. Третий подход. 2 минуты на подготовку. Готовится номер 12, Трунилов. Подъем защита. Установить 80 килограмм.
Номер 3 Куликов, результат толчки 77 кг. Номер 2 Боря набрал 137 кг. Весовой категории до 62 кг. Номер 12 Труднилов Юрий, второй подход. Готовится Чуев. Подъем засчитан. Автоматическая набавка 1 кг. Номер 12. Трунилов Юрий. Самарская область. Третий подход. Установить две штанги 84 кг. Номер 12 Трунилов. Перезаявка на 85 кг. Готовится Чуев. Номер 11 Чуев Владимир, мастер спорта Московская область. Первый подход. Готовится номер 12 Трунилов. Подъем засчитан. Установить 85 кг. Установить две штанги 87 кг. Номер 10. Арбатский Борис. Челябинская область. Первый подход. Готовится номер 11. Чуев. Подъем засчитан. Две штанги 87 кг. Номер 11. Чуев Владимир, мастер спорта Московская область. Второй подход. Готовится номер 10. Арбатский. Готовится номер 12. Трунилов. Номер 10. Арбатский. Заявка ко второму подходу 90 кг. Подъем засчитан. Установить 88 кг. Номер 12. Трунилов Юрий. Самарская область. Третий подход. Установить штанги 90 кг.
Номер 12 Трунилов от третьего подхода отказался. Завершив выступление в толчке с результатом 80 кг. В сумме двоеборья набрал 145 кг. Номер 10 Арбатский Борис. Мастер спорта Челябинская область. Второй подход. Готовится номер 11 Чуев. Подъем неудачный. Две штанги 90 кг. Номер 11. Чуев Владимир. Мастер спорта Московская область. Третий подход. Готовится номер 10. Арбатский. Подъем защита. Вес штанги 90 кг. Номер 10 Арбатский Борис, мастер спорта Челябинская область, третий подход. Номер 11 Чуев, результат толчки 90 кг, в сумме двоеборья набрал 158 кг. Весовой категории до 94 кг. Готовится номер 13 Кочур. Подъем защита. Установить две штанги 100 кг. Номер 10 Арбатский. Результат толчки от 90 кг. В сумме двоеборья набрал 164 кг. И свою категорию до 85 кг. Номер 13. Кочур Виктор, мастер спорта города Санкт-Петербург. Первый подход. Остался последний участник этой возрастной группы. Решение судей. Подъем защита. Установить две штанги 105 кг. Заявка Виктора ко второму подходу. Thank you.
13, Кочур Виктор, Санкт-Петербург, второй подход. Прошла минута. Подъем неудачный. Номер 13, Кочур Виктор, Санкт-Петербург, третий подход. 2 минуты на подготовку. Подъем засчитан. На этом выступление мужчин возрастной группы М-70 завершено. Через несколько минут состоится церемония награждения победителей и призеров. У пьедестала почета победители и призеры 20-го открытого Кубка России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Возрастная группа мужчины М-70. Награждение проводят. Мастер спорта международного класса Советского Союза Шаулиханов Рифкет, город Ульяновск, первая категория. Зубов Василий, город Серпухов, судья международной категории. Черков Александр, город Томск, судья первой категории.